Заблудившимся во времени. Эпиграф. Хронолог, специалист по хронологии чего-нибудь. Из Википедии. Как назвать? Хронологический кретинизм или хронографический? Как назвать карту времени с ее параллелями и меридианами? Или только параллелями? Или только меридианами? У нас нет этой карты. У нас есть науки о Земле, географии, геологии. И у них есть карты, по которым мы можем путешествовать и не заплутать. Но почему у нас нет науки о времени? И у нее нет карты, по которой мы могли бы двигаться и не заплутать. И как назвать эту науку и ее карты? Неудивительно, что кто-то может заблудиться во времени, бродит кругами, бороздит свое прошлое и никак не может выйти на правильную дорогу в свое настоящее время. Но как картографировать время? Заблудившимся во времени.